Всем привет! И это очередной гайд от меня. Да, в прошлом видео я говорил, что не буду больше снимать гайды, но у меня появилась идея для видео. Поэтому сегодня я расскажу, как скачать корейский PUBG на Android и iOS. Плюс покажу, как донатить, как доначу я. Это видео поможет абсолютно всем, я уверен. Вот просто всем это видео поможет. Перед началом видео, как обычно, попрошу вас подписаться на мой канал, на мой телеграм-канал и поставить лайк. Вся полезная инфа в описании. Итак, начнем с того, как скачать корейский PUBG на Android. Для этого вам понадобится вот этот VPN, который вы видите на экране, и второй аккаунт. Не обязательно, чтобы он был корейский, просто нужен твинк-аккаунт Гугла. Включаем VPN и меняем аккаунт в Play Market, как показано на экране. Теперь ищем в поиске PUBG и скачиваем. Сейчас покажу, как скачать корейский PUBG на iOS. Для начала меняем регион Apple ID на Корея Республика, как показано на экране. Здесь можно писать рандомные данные, но лучше пишите то, что и я, чтобы вдруг не было никаких ошибок. После этого просто пишем в поиске PUBG и скачиваем. Чтобы регнуть аккаунт, вам нужен будет Twitter или Facebook. Там ничего сложного, просто с VPN регистрируйте аккаунт. Если вы не из России, то VPN вам не нужен. Перед входом в PUBG вам нужно включить корейский VPN. На iOS я использую вот этот. Включаем и на Android, и на iOS, и заходим в PUBG через Twitter или Facebook. А дальше, как обычно, создаете персонажа, и в целом все. Теперь про донат. Сразу говорю, донатить можно только через iOS. И только через МТС, либо Билайн. Но если у вас Android, то я могу вам помочь. Пишите мне в личку Телеграма, найдете ее в описании Телеграм-канала, и я вам задоначу за небольшой процент. Но у вас должна быть привязка Twitter. Не бойтесь, скамить я не буду, мне ваши аккаунты вообще ни к чему, типа, у меня свой заряженный аккаунт, зачем мне ваши? Итак, если у вас iOS и есть МТС или Билайн, я буду показывать на примере МТС. Первое, что вам нужно сделать, это проверить, не стоит ли у вас запрет на платежи с мобильного телефона. Для этого заходим в МТС банк и нажимаем на мой телефон. Здесь мы видим, стоит запрет. Снимаем его, как показано на экране. Далее просто привязываем номер телефона как способ оплаты к Apple ID. Делается это следующим образом. Пишите телефон и подтверждаете через SMS. Все просто. Все, теперь вы можете смело заходить в игру и донатить. В общем-то, это все, что я хотел показать и рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то заходите в комментарии, пишите их. Я на все отвечу. Для доната на Android пишите мне в личку Telegram. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, приходите на стримы, пишите комментарии. Надеюсь, этот гайд кому-то поможет. Всем пока!